Итак, пользуясь тем, что у меня есть YouTube-канал, и я могу снимать, что хочу, и делать, что хочу в рамках закона и правил YouTube, я хотел бы рассказать вам о том, какую услугу я, в принципе, оказываю. Если вам нужен какой-то аксессуар Apple, гаджет Apple, любое устройство Apple, то, в общем-то, я могу для вас его добыть. Сейчас покажу вам Mac, который отправляется своему владельцу. 17 года MacBook, 13-ка. Вот так вот он выглядит, запечатанный полностью был. Естественно, если вам нужен Mac новенький, запечатанный, то на нем не будет гравировки. Гравировку мы делаем бесплатно по желанию. Он без пакетика, потому что заказчик попросил, чтобы я проверил Mac, все поустанавливал, что необходимо, список приложений и программ он мне уже скинул. В комплекте, так как это американец, то в комплекте здесь будет адаптер на американскую вилку. Вилку в подарок мы даем европейскую. И, собственно говоря, кабелечек. Все проверено, все работает. И, собственно говоря, сам MacBook. Вот такой вот красавец с гравировкой на русском языке. Поэтому, если кому-то нужен, обращайтесь. Все сделаем, все проверим, все настроим, поможем, подскажем. Гарантия Apple, конечно же, годовая. И наша личная гарантия месяц, либо можно расширить на год, если дополнительно там обговорим стоимость этой гарантии. Есть еще вот такая вот пятнашка, тоже 17 года, красавец. В общем-то, если кому-то интересно, обращайтесь. Также по поводу iMac'ов, я вот сейчас буду заказывать себе лично iMac. Скорее всего, это будет что-то топовое, либо предтоповое. Посмотрим, что будет, какая будет возможность по деньгам. И, в общем-то, покажу вам, какие iMac'и сейчас мы доставляем. Спасибо всем за внимание. Если кому-то интересно, контакты вы найдете в описании. Спасибо за внимание. Пока.